Так, Грета у нас зашла домой. Обнюхивает туалет кошачий. Все нюхает. Сюда пойдем, здесь тоже можно понюхать. Мне, правда, там белье. Это вот 5 дней. Пока котейка здесь, Грета не заходила домой. Все, ей все интересно. Пусть все обнюхает. Че, Грета? Че там, что-то интересное? Ой, как интересно. Запахи, запахи. Чё там, Грет? Белочка? Обход владений своих. Она чувствует, чувствует, что где-то есть. Но где? Где? А киса там. Закрытая. Я еще пока боюсь, не хочу. А, Белочка? Белочку от блох тоже сегодня обработала. Что-то, наверное, от кисы на нее блохи напрыгали пока. Первые дни. Киса там под стульчиками спала. Вот она чувствует. Уйди, твою мать. Ты че боишься? Нету тут никого. Нету. Сломала вазу. Ой-ой-ой-ой-ой, кобылка. А сама-то бздуниха еще. Вазу сломала мою. Ну, хочешь туда? Только там у меня белье висит. Убирать надо. Она все думает, что где-то здесь вообще киса не ходила. Здесь киса не ходила, киса там ходила. Пойдем, здесь нету кисы. Здесь кисы нету. Тут киса не ходила еще. В эти комнаты я ее не пускала, так что кисой тут не пахнет. Пойдемте. Ой, а Белочка-то как радуется. А вот Грета чувствует, что здесь Симкиного запаха нету, и она не сильно это. Там, да? Там запах. Тут запаха, видишь, только тут запах. Вот платочки пуховые. Ну, посмотри, под столом, посмотри. Давай. Посмотри.